Прошлой ночью жители Омска буквально со всех районов проснулись от едкого химического запаха. Последствия мощного выброса не заставили себя ждать. У омичей тут же появились кашель, рвота и головные боли. Волна сильнейшего химического выброса в этот раз распространилась даже до отдаленных уголков города. Пока люди выживали в условиях газовой камеры, телефоны Росприроднадзора хранили молчание. А Минприрода отделались выездом в эколаборатории на замер химикатов в воздухе. Горожане задаются вопросом, почему чиновники бездействуют и никак не могут найти источник выбросов. Многие опасаются, что в конце концов могут не проснуться. Живем в Ленинском округе, в поселке Светлый, считай на окраине. С 23 часов ощущается запах серы в воздухе. С наступлением темноты просыпается мафия. Ужас. Уже в скорую позвонила. Мутит, тошнит. Голос пропадает, горло сдавливает. Плохо, ужасно. Для чего мы содержим целое Министерство экологии, предлагая переселить всю мэрию с их семьями, детьми и внуками в нефтяники? Проснулись всей семьей от сильного едкого запаха с улицы. То ли бензин, то ли газ. Голова болит, дышать невозможно.